Я Шелягович Ксенія, вучениця 7 класу Достоєвської середньої школи ім'я Федора Михайловича Достоєвського. Представляю вашій увазі вірш «Эти огнецвет» «Червень і дев». Чуйте першие летние гуки, над лугом чалине оркестр гуде. Дети до солнца протягивают руки, червень иди. Детям потребны и краски, и горны. Солнце для всех над землей одно. И синеворким, и желтым, и черным светит яно. Будет светить и земли, и зернятам, хвалям морским и рачулкам лесным, горным орлам и малым муслянятам, только не жестким ракетам слепым, попел хатыни, сдай хиросимы, снятся жанчинам попутные сны, там, где навек застались малыми дети войны.